Обезьяна MH5, кибер-обезьяна, китайский чай Шупуэр из ассортимента «Золотой жук», Воронеж, Ставрополь, Старый Оскол, Курск, Донецк. Чай сразу отпугнет блондинок и московских хипстеров. Тут брутальное сырье с массой черенков в запрессовке. Чай честно выставляет на показ свою чайную натуру. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Сухое пряное дерево. Аромат скорлупы грецкого ореха. По проливам, как обычно, берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 30% от нормы. Первый пролив 80% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 80% от нормы. Четвертый пролив 50% от нормы. Внешний вид чая может и напугать, однако в аромате сухой заварки нет ни подвала, ни земли, ни гнилой влажной кучи. Спокойный аромат древесины и скорлупы грецкого ореха. Пряно-древесные нотки. Прессовка блина средней силы, и при этом чай очень легко расходится в гайване. Кстати, тут еще до заваривания понятно, что лучше использовать глиняный чайник. Настой плотный, наваристый, с небольшим осадком в мелкой фракции. Так как сидит давно на удаленке в шкафу, за него отработает чихай. Вкус заваренного чая древесно-маслянистый, только на первом проливе. Древесный, древесно-пряный, слабые камфорные нотки. Аромат заваренного чая – благородное дерево, очень слабая маслянистость. Аромат очень легкий, быстро уходящий. Аромат у чая приятно сладковатый. Чай можно и нужно пить сразу, но и потенциал под выдержку тут есть. Вкус станет плотнее, насыщеннее. Несмотря на брутальное сырье, чай не убегает в нефть, хотя его и можно заварить очень плотно. Тут будут идеальны быстрые проливы для обычных чайных людей и томление чая на долгих проливах для чайных пьяниц. Именно в глине чай раскроет весь свой потенциал, мягко согревает, заметно расслабляет. Добротный, мужицкий, брутальный чай. Приятный бонус – чай отлично заваривается в бутылках боросиликатного стекла в формате с собой – to go. Категория качества – элитный чай, дизайнерский чай. Можно ли пить сразу? Да, можно. Потенциал долгосрочного хранения и выдержки имеется. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.